Сотрудники Химкинской прокуратуры напоминают, чтобы сделать ребенку прививку, необходимо письменное согласие родителей. Представители ведомства строго контролируют исполнение этого закона. В соответствии со статьей 20 федерального закона об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации, необходимым условием предварительного медицинского вмешательства является информированное добровольное согласие родителей на осуществление медицинского вмешательства. Сотрудники городской прокуратуры провели проверки медицинских организаций. В некоторых выявили нарушения. Таковые согласия отсутствовали. Лица, это допустившие, привлечены к дисциплинарной ответственности.